Айн Эйнштейн. И так уж получилось, что именно ваши студенты, ваши дети являются актерами самого первого сезона в этом зале. То есть, я как бы считаю, достаточно исторический момент. Дети уже репетировали. Им очень понравилось, они чувствуют себя гораздо более серьезнее и взрослее, когда они где-то, они в своей классной комнате, да? Несколько слов о концерте. Учебный год уже закончился, скоро лето, скоро каникулы, и наши дети, наверное, захотели сделать такой, скажем так, маленький экскурс в будущее отпуска, наш курорт, да, и опуститься на глубину под море. И, собственно, весь концерт будет именно об этом, под водой. Маленькие крабики, медузы и все в том же роде. И что я вас попрошу, если вы знаете какую-то песню, подпевайте. Если вы знаете что-то, можете спокойно, скажем так, танцевать вместе с нами, да, помогать нашим студентам. И, конечно же, я попрошу вас громко аплодировать. Добро пожаловать, our little performers! Thank you.
Amore,
загадки, ребята? Да! Давайте попробуем отгадаем загадки. Thank you.
Thank you.
Подземное царство закончилось. Перед вами выступали ребята из Green Room, Спасибо большое. Отличную работу! Все высидели, никто не заплакал. То есть умнички вы, мои хорошие, вы растете, с каждым годом вы становитесь все лучше и лучше. И сегодня, конечно же, вы заслужили подарки. Один из подарков – это футболки, которые на них сейчас. Они идут с вами домой, и впоследствии мы будем, наверное, объявлять Spirit Days, и будем просить вас надевать эти футболки в садик. Второй подарок ждет вас на выходе. Но перед тем, как вы уйдете, организационный момент. Просим костюмы сдать в гримерку. Только у девочек, а у мальчиков тоже, да, уйдет. И, конечно же, добро пожаловать делать фотографии. Одна из мамочек нашего детского сада, Маша Фурдей, сделала такую красивую заставку специально для фотосессии. И Зульфия, я думаю, вы все знаете Зульфию, нарисовала прекрасную акулу там. Тоже для вашей фотосессии. Вот, и пожалуйста, скажем так, take your time, наслаждайтесь, а сейчас дискотека.